нету денег на лекарства и на питание. Мне 50 лет стажа. Я объездила весь мир. Строила электростанции. В Финляндии 2 года работали, строили атомную станцию. И я бы здесь, в нищих. Мне не на что купить лекарства. Пойдем лекарства купим. Общественное телевидение уже целый час была передача, что людям не на что лекарства купить. Просто вам лекарства нужны? Отвали от меня, а где ты меня еще будешь воспитывать? Мне 74 года. Пойдемте лекарства куплю вам. Я подачками не надо, мне нужна, честно, пенсия, чтоб я на нее могла купить все, что мне необходимо. Мне на той неделе сделали один укол 5500, а у меня пенсия 19. Как мне дальше жить? Это вам интересно, реально?